Я хочу, чтобы вы научились при помощи по HR искать нужные библиотеки. Например, вот в группе был вопрос по библиотекам HML, да? Все довольно просто. Открываем, где наш проект Python стоит, да, и Django. Просто в поиске библиотеки набираем, например, HML. И уже великое множество библиотек, которые можно адаптировать, да, то есть с HML. Если нам надо конкретный пакет, то набираем, например, Django, тире, не нижнее подчеркиваю, тире, HML, просто в таком пакете. Уже мы видим минимум три пакета: HML, HML Padding, HML RPS. По сути дела, самое важное понять, это знать ключевые вещи. Например, если бы мы хотели по юзерам, то мы можем всегда найти библиотеку юзер, да, то есть и у нас сразу юзер медиа, юзер мап, юзер аккаунт, то есть то, что экономит наше время. По сути дела, нам надо знать ключевое слово, что мы хотим. Или там нам интересуют шаблоны, да, темплаты debug, email, field, finder, и поехало, и поехало. То есть, по сути дела, когда мы набираем ключевое слово Django, тире, и то, что нас интересует, то мы, как правило, находим готовые пакеты. Либо вообще пакеты, которые работают с Python. Ну, например, Bootstrap. И то есть мы видим, опять же, все равно, дальше пошли Django Bootstrap, так, 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 и поехали, поехали. То есть сначала идут какие-то пакеты общие, которые можно, грубо говоря, прицепить. Далее все равно идут пакеты Django. Вот такая вот простая вещь. Ну, что нам надо сделать? Например, нажать на сам пакет, и мы можем спокойно перейти на GitHub, либо там другой, и уже почитать о самом пакете. Установить его и так далее. Поэтому используйте эту возможность.